Всем привет и добро пожаловать на канал Моторпор. Позавчера один из подписчиков моего канала Иван предоставил мне интересную информацию о новой точке на краю карты, где клевало много мольвы обыкновенной и других редких видов. Результатом его сегодняшней ловли на этой точке стал редкий трофей Централофа, который завесил аж на 37 килограмм. И теперь занимают почетное место в доме на трофейной доске. На вчерашнем стриме в нескольких турнирах мы обловили эту фармовую точку с глубиной 120 метров в квадрате F9. У многих здесь проскакивали интересные трофеи или крупные экземпляры редких рыб. Варианты сборок могут быть абсолютно разными, одну из них, как всегда, оставлю в начале видео. Но работает почти вся линейка 23-х октопусов, а так как на точке много централофа, можно пробовать и живую креветку. Поэтому экспериментируйте и делитесь результатами в комментариях или на нашем сервере в Дискорде, где вся информация появляется быстрее всего. Рыбачил я, кстати, на этой точке в упор под буйками. Думаю, эту точку можно именно так и прозвать – «Буйки». Для быстрой ориентации, ведь раньше на ней никто не ловил. По эхолоту я старался держаться всегда немного ниже числа 120. По моему мнению, именно там самое большое скопление рыбы. Частым гостем здесь был морской черт и голубая мольва, трофеев которых мне удалось закрыть на ней за один день. Морской черт клюнул без пилкинга со дна на пилкер Hunter 1005. И это уже второй трофейный черт на моем аккаунте. Мольву голубую поймал второй рыбой на прямом эфире, ссылку на который я оставлю в описании, и в этот раз сработал октопус 2302. Который очень неплохо показывает себя для ловли именно мольвы. Кроме того, для фарма серебра клюют и палтусы. Особенно хорошо их привлекает гигаджик М25600 номер 4. Но наибольший интерес составляют именно редкие виды рыб. И кроме вышеперечисленных на этой точке, ловили также мольву обыкновенную, акулу плащеносую, гренландскую и сельдевую. А также все виды окуней, в том числе трофейных. Макруруса северного, зубатку синюю, крупных мечей и много других. Думаю, перспектива этой точки сейчас максимальная, ведь такого скопления редких видов в одном месте я не видел ни разу с момента выхода моря. Тем более, учитывая то, как часто клюют именно трофейные экземпляры. Вероятно, в ближайшие дни фармить серебро с моря я буду именно на этой точке. Ведь как минимум это очень интересная рыбалка, которая еще и приносит неплохую прибыль по серебру. Спасибо всем за активность в виде лайков, подписывайтесь на мой канал и не забывайте делиться своими уловами в комментариях, предлагая свои варианты приманок под эту неизведанную глубину. Ведь рыбу из-за буйков на море ловить еще не приходилось. Всем мира и добра, всем пока!